Рано? Всем привет! Сегодня мы открываем игру Сёгун, группу Феодальной Японии. Игра от 3-5 человек и время 90-120 минут. Производитель Queen Games. Внутри у нас ждет поле, карта Японии на двустороннее. Дальше правила. Сборник правил здесь есть немецкий, французский, ну, даже английский. Так, затем персональные поля игроков двухсторонние. Море кубиков и сундучков. Кубики в игре очень маленькие. Сундучки красивые. Ну и вот она, самая легендарная башня для кубиков, которая предсказывает итоги сражения. Как ее собирать, мы не знаем. И видите, в полном объеме вы ее только на картинках. Ну и карточки. Маленького размера. Непонятно, как открывать. Да, обычная карта. Название провинции. Все, всем спасибо.